сейчас разговаривал с рыбаком. Уже с утра тут кидает. Поймал одного окуня. Сказал, на дамбе скинули воду. Вода на самом деле маленькая. И окунь перестал клевать. Ты кого снимаешь, меня? Да. Мы постояли и порешили ехать на саму речку. Может, чебачков половим. А сюда надо будет вернуться вечером. Сюда? Да. Когда хочется уехать на рыбалку, едешь иногда в такую жопу и думаешь, твоя машина сюда не проедет, а ты все равно едешь. А куда мы едем, сами не знаем. Тут забор, тут спахано, тут поле такое, а мы на пузатерке. Едем. Приехали на малую речку. Вот на этой полянке мусора, естественно, как обычно. Мы с Ксюшей решили пройти все это, собрать. Воду выльем. Стой, руку так делай. Вот достань. Проходим по берегу. Вот это вот все собираем. Конечно, это капля в море, но хоть что-то. Вот так вот начинается отдых у нас. Хоть немножко соберем, но все равно приятно, когда на берегу не будет ничего. Лучше бы люди сами не ставили, выбирали. Все равно все едут на машинах сюда. И как бы возьмите пакет. Соберите пакет, увезите до дома, до мусорки вывалите, выбросите. И вам приятно, и природа вас отблагодарит. Вон там он еще бутылку, пойду одну соберу. И здесь, конечно, можно целый день собирать, ходить. Фантик тоже не с этого. Вот стекло. А потом чей-то ребенок разобьет, а чей-то ребенок потом наступит. Пробки. Вот уже разбитая бутылка. Вот так вот пакет мусора набрали. Естественно, мы его с собой везем, выбросим где-нибудь. Вот. Потом, может, еще походим, еще пособираем. Мешков у нас нету, поэтому вот пакетом пришлось. Ну, хотя бы это. И сразу захотели есть. Потому что ты не ты, когда голоден. Поставили столик на полянке. Сейчас еще будем яйцами биться. Потому что вчера была Пасха. Да, я их завернула. Смотрите, какие красивые. Покажу вам. Вот. Гжелевские. Да. Красота. Я вон там, он поставил удочку в заводушечке. Вот здесь. Хорошая такая тишинка с круговоротом.
Ну, пока тишина. Сейчас поедим и будет лов. Середина дня. Может быть, из-за этого пока ничего не клюет. Хорошая маленькая речка. Чистая. Остальные речки все выходят из берегов. Особенно Катунь, Бия. Ну, естественно, Об поднялась из-за них. Бия вообще в берегах стоит. С берегов вышла. Вот. А вот эта речка такая чистая. Вода прозрачная. Дно видно. Вот и начались лягушачьи песни. Это значит, у них начался брачный период. А если начался брачный период, значит, скоро будет совсем тепло. Значит, скоро родятся лягушата. Старая Талина. Сколько ей уже лет? Даже неизвестно. Корни почти все засохли. Вот такая. Даже под ней от дождя можно укрыться. Ствол такой. А наверху уже листики распускаются. Предвестник того, что скоро будет тепло. Речка интересная. Так вот смотришь на нее, она вроде бы и быстрая, но она совсем мелкая. Камушки, он все видно. Что самое интересное, в ней рыбы нет. Даже малька не видать никакого. Пацаны тут нахлыстом кидали, пробовали. Бесполезно. Ни одной поклевки. А так посмотришь, вроде бы речка хорошая. Затишки есть. А рыбы в ней нет. Тут берег обвалился. Трава вся съехала. А здесь только осыпается. Хотели сегодня порыбачить. Спиннинг покидал. Прошел километра полтора. Ничего. Пусто. Как-то даже интересно. Ну, вообще мелкая она, мелкая. Нету нигде глубины. Есть какие-то приглубины, ямины. Но хищник тут не будет стоять. Возвращаемся домой. А здесь у нас Бия вышла из берегов, затопила все луга. Вот такая вот вода. Все затоплено. Из берегов вышла.
смотрите, сколько воды. Вот дорога на понтонный мост. Тоже вся затоплена. По-моему, еще вода прибыла. Машина стоит. А тут вообще наводнение. Да, вот дорогу затопило. Вот оно, на понтонный мост. Ну вот мусор, который на речке собрали, довезли до дома и выкидываем мусорный бак. Поступайте так, все друзья, и наши реки будут чистыми. Все, на этом пока. До следующих встреч. Мы дома.